20 миллионов рублей из резервного фонда правительства России направят на информатизацию здравоохранения Чувашии. В нашем регионе уже многое сделано для компьютеризации этой сферы, а впереди еще более масштабные проекты. Теперь через портал госуслуг можно не только записаться к врачу. Расширяются возможности личного кабинета пациента. Так можно посмотреть свою электронную карту здоровья, ознакомиться с результатами анализов и распечатать их. Главным прорывом последних лет у нас это стало внедрение в республике единой республиканской медицинской информационной системы. Именно эта система, когда мы в эту систему связали каждую поликлинику, каждый стационар, уже практически каждую лабораторию, вот это именно эта система и нам позволила внедрить и перекрестный электронный документооборот. И благодаря этому сегодня достаточно, можно сказать, успешно работает личный кабинет пациента. Медицинская информационная система по всей России сейчас объединяется для удобства пациентов. Чтобы люди, независимо от места жительства и местонахождения, могли записываться в любую поликлинику страны. Семья Елены Фоминой эту возможность за пределами региона пока не проверяла. Но в Чувашии она работает без сбоя, говорит пациентка первой горбольницы. Не надо никуда звонить. Можно это сделать свободно, например, на работе, в обед время. Когда пришли к специалисту, к участковому нашему, я пришла, направили на анализы, я сдала, анализы в базе данных все есть. То есть потом уже направляется к узкому специалисту, узкий специалист уже все видит. Мне очень удобно. Мне очень легко записываться к врачу. Я записываю своих родителей, которые не умеют пользоваться интернетом. Также бывает и в районах своих бабушек записываю. И в детскую поликлинику тоже с детьми также ходим. Федеральные средства направят на развитие телемедицинских технологий и расширение сервисов личного кабинета пациента. Например, чтобы люди могли записаться на диспансеризацию и профосмотры. Еще один проект, разрабатываемый совместно с Минздравом России, позволит оценивать удовлетворенность пациентов качеством медицинской помощи.